Добрый день. Сегодня снова у нас Зенит. Серия Профи, Шурупанчик. Владелица Марьяна говорит нам жалоба на то, что искрит. Сейчас проверим. Ух ты! Ух ты! Вот это фейерверки. Ну что, будем разбирать славно известный своим фуфелом бренд Зенит. Разберем и посмотрим, в чем же здесь проблема. Так, откручиваем еще один. Итак, откручиваем последний саморезик, шурупчик. Посмотрим, что же, в чем же причина такого фейерверка у нас. Бренд Зенит продолжает нас удивлять всякой. Ну что ты не раскрываешься. Половинцы уже. А, вот. Пауза. Ну вот, мы его вскрыли. Смотрим. Состояние якоря. Ну, еще моложавое, юное. Нагрузки он не видел особой. Так засоренная с пыли — это такое ухаживание. А вот теперь я вижу, в чем причина. Как всегда, вот это бренд Зенит. Вот смотрите. Проводка статора, которая идет на реверс. Вот, вот это. Вот, вот, вот. Вот этот проводок. Вот, видно хорошо. Фокусируйся. Вот он дотрагивается до ламелей. И он вибрирует. То достанет, то нет. Вот в этой... Вся причина в том, что плохо запаковали проводочку. И я продолжал и буду обсирать этот бренд Зенит, хоть и серия Профи. И если я прекращу свое обсирание этого Зенита, это значит, либо Зенит начал качественно выпускать свою продукцию, либо же Зенит дал мне хороший кэш в денежном эквиваленте, и я замолчал. Ну что ж, все покупается, продается. Но вот так вот делайте вывод, ребятки. Я думаю, что не стоит покупать этот бренд. Сейчас я перепакую это все и запустим по новой. Сейчас я вам покажу, как это все в практике он будет работать. Так, а вот подтверждение моей гипотезы. Вот смотрите, якорем уже стерло изоляцию и происходит замыкание провода на ламельке. Ну вот, ну что, нельзя аккуратно это все уложить. Ну капец. Я в шоке. Так, а как вот оно должно? Вот смотрите. Вот в корпусе есть пластиковые прорези, куда должны заводиться провода статора. А они нифига не уложили. И вот косяк. Так, а как вот оно должно? Вот смотрите. Вот в корпусе есть пластиковые прорези, куда должны заводиться провода статора. А они нифига не уложили. И вот косяк. Ну что ж, собрали мы это все. Зенитовское фуфло. Проверяем. Все отлично сейчас работает. Ну что, нельзя было это все аккуратно сложить изначально. Так что бренду Зенит дизлайк, а моему информационному видео поставьте лайк.